На последней сессии в уходящем году народные избранники Аскисского района буквально расписались в собственном бессилии. По инициативе главы территории Абрека Челтыгмашева депутаты отклонили принятие муниципальной казны на предстоящий плановый период. Фактически не отказались и от помощи республиканского бюджета. 14 поселений Аскисского района не смогут получить помощь. Эта тема искусственно надутая для политической дискредитации на сегодняшний день действующей финансово-бюджетной политики. Эксперты отмечают, ситуация может привести к тому, что объекты, которые возводятся в районе при участии республиканских и федеральных средств, могут быть заморожены. Более того, под угрозой оказывается не только реализация нацпроектов, но и социальная сфера. Тем более, что собственными доходами территория не богата. За последние 3 года налоговые поступления упали в 4 раза. Любопытный факт. Бюджетный демарш произошел аккурат после того, как Абрек Челтыгмашев в качестве руководителя Совета муниципальных образований отказался от распределения дотации в 135 миллионов рублей из региональной казны. Получается, что глава района искал финансовой помощи на федеральном уровне и сам же от нее отказался. Часть членов ассоциации остались этим недовольны, а глава Усть-Абаканского района решила покинуть объединение. Что мы все-таки должны работать, а не заниматься политическими интригами. Считаю, что я сделала правильно. Людям интересны результаты работы в районе в частности. Для меня это важнее.